Посмотри на эту пушку. 45-й калибр. Слона на грузовике остановят. И грузовик тоже. Ники Нуль был местным вором. Его так прозвала мама, сказав, что толку от него не будет. Большой, куда его дену? Тогда тебе подойдет вот этот, вот смотри. Ты что, с ума сошел? Не направляй пистолет на других. Да он на предохранителе. Боитесь, что я вас убью? Все равно не надо так делать. Лучше пистолет покажи. Вот, смотри, класс. А это что такое, не знаю. А это что, дай-ка взглянуть. Да, ничего. Так бы и пристрелил кого-нибудь. Понимаешь, Альда? Правильно, подержи в руке. Так бы и пристрелил кого-нибудь. Ребята, что вы здесь делаете? Слушай, ты что, совсем дурак? Совсем мозгов в башке не осталось? Какого черта ты тут торгуешь оружием? Нас же всех пересажают из-за тебя. Идиот! Вали отсюда! А вы стойте там и не двигайтесь. Санни, и чтобы никаких пистолетов здесь не было. Все, гуляйте. Си, пойди сюда. Я хочу с тобой поговорить. Саня. Ладно, погоди. Думаешь, ты будешь такой крутой с пистолетом? Да, в этом дело. Я думал, после того случая в баре... Что ты думал? Думаешь, дело в пистолете? Знаешь, что я тебе скажу? Я видал ребят с пистолетами, которые сразу штаны мочили, причем таких большинство. А вот когда у другого тоже есть пистолет, тогда сразу видно, кто крутой. Саня, ты не понимаешь? Я все понимаю. Это дерьмо не для тебя. Твои дружки тебя до добра не доведут. Но они мои друзья. Они кретины. Посмотри на меня. Кретины. А Слик хуже всех. Чему я учил тебя все эти годы? Да, знаю. Учиться в школе и получать сразу два образования. Правильно. Не надо жить, как я. Это моя жизнь, а не твоя. Я иначе не могу. Но это не для тебя.